Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Tapping Legends X. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Смотрите, перед тем, как нажать на кнопочку Inject, советую сначала зайти в настройки и включить функцию Fix Kick Error. Если она у вас выключена, то включайте ее обязательно, потому что, как вы знаете, возможно такое то, что когда вы перезаходите в другой плейс, в другой режим, у вас появится ошибка кика. Ее, если что, убрать никак нельзя, даже переустановка Роблокса не поможет. Вот, и вам придется ждать целый час, пока она исчезнет. Вот, а с помощью вот этой функции, если она у вас будет включена, шанс очень маленький, что она появится. Конечно, вероятность есть, но намного меньше становится. В основном эта функция очень сильно помогает. Так что включайте ее, если она у вас не включена. Так, далее. Нажимаем на кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Также смотрите, если у вас долго происходит инжект, появляется вот такое пустое окно и ничего не происходит. Смотрите, что нужно сделать. Наводитесь на нижнюю панель компьютера, на иконку Roblox, и через крестик закрываете эту панель. Далее, после этого еще раз нажимаем на кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все, как видите, сейчас получилось заинжектиться. Отлично. Далее вставляем скрипт и нажимаем на кнопочку Exclude. Все, вот он появился. В принципе, функций довольно мало, но больше здесь, я думаю, и не нужно. Так, давайте начнем с самых первых. Это стандартный автоклик и автореберст. Значит, смотрим, сколько реберстов могу сделать. Один реберст. Окей. Здесь тогда выбираем один реберст, включаем автореберст и включаем автоклик. И смотрим. Ну, как видите, работает. Реберсты у меня прибавляются. Отлично. Эти функции работают. В принципе, автореберст можно пока выключить. Чуть-чуть накопим на яйца. Так, все, в принципе, накопили. Идем дальше. Следующая функция — это у нас автооткрытие яиц. Значит, здесь выбираем яйцо по названию. К сожалению, почему-то на самих яйцах не написано название. Это очень плохо, сложно будет выбирать, но самое стандартное яйцо, оно называется всегда Basic. Вот его выбираем. Здесь есть одно открытие, есть тройное открытие. Давайте проверим, сработает тройное открытие или нет. Да, как видите, тройное открытие сработало четко. То есть у меня даже не куплен геймпас, оно сработало. Балдежно. И также открытие одного яйца тоже работает, как видите. В принципе, давайте потратим все клики. На петов, может быть, какой-нибудь хороший выпадет. Так, все, потратили. И тратится, кстати, довольно быстро. Также не проигрывается анимация. Это большая экономия времени. Так, одеваем, значит, самых сильных, которые нам выпали. Отлично. Идем дальше. Автоколлект чест. Давайте попробуем включить ее. И, как видите, эта функция не работает. Возможно, не работает из-за того, что нужно вступить в группу разработчика, но это не точно. Давайте, в принципе, сами подойдем, проверим, смогу я собрать сундук или нет. Ага, сам я смог собрать, понятно. Значит, все-таки эта функция, скорее всего, не работает. Также кнопочка EQ Best Pet, она здесь тоже есть, в принципе. Можете нажимать куда вам угодно, либо через гуишку, либо через чит. Так, вот я снял петов, проверяем. Да, как видите, сработало. Отлично. Выключаем ее, идем дальше. Так, ну, сейчас почему-то залагало немножечко. Они постоянно одеваются и снимаются, как я вижу. Фигово, ну ладно, в принципе. Тогда, если уж так происходит, то лучше делать это через панельку. Ну, в принципе, здесь ничего страшного. Они буст, как видите, тоже дают, но просто вот так вот каждый раз будут у вас одеваться заново. Так, здесь у нас автофарм, это, как я понимаю, автофарм каких-то монет, также телепорт на монеты. Ну, давайте попробуем проверить.
Включаем. Ну, пока что ничего не происходит, как я вижу. Возможно, что-то я неправильно сделал. Давайте нажмем автотап for coins. Тоже пока не работает. Окей. Возможно, надо выбрать локацию. Forest. А у меня эти локации, получается, закрыты. Как я понял, нужно сначала открыть локации. И только после этого я смогу фармить монеты. Мне нужно 2500 реверстов. Окей. Ладно, в принципе, тогда эти функции, я думаю, сами сможете проверить, кто уже открыл хотя бы локацию Forest. Идем дальше. Ну, получается, осталась самая последняя функция. Это Game Pass. Заходим в Game Pass. Как видите, ничего у меня не куплено. Все горит красным. Включаем эту функцию. И заново заходим. И как видите, у меня автоматически все Game Pass купились. Конечно, не знаю, работают они или нет. Возможно, некоторые работают, возможно, нет. Либо же, возможно, такое то, что никакие из них тоже не работают. Так, включаем Auto Rebirth. Я уже могу сделать 40 реберстов, получается. Погодите, давайте проверим. Ага, 40 реберстов, то есть 49 мне не дает сделать. Окей, получается, я все-таки могу пока что делать только по одному реберсту, к сожалению. Ну, фарм прям жестко пошел. Очень быстро фармим и довольно быстро делаем реберсты. Как видите, хорошо то, что это все делается автоматически. Так, здесь, скорее всего, магазин, наверное, есть какой-то, чтобы делать больше реберстов, потому что один реберст, но это очень мало. Апгрейды. Так, это апгрейды, я как понимаю, для питомцев. Индекс нам тоже не нужен. А здесь у нас лидерборды тоже не нужны. И, по-моему, все, больше нету. А как тогда больше реверсов делать, я пока не понимаю. Странно. Также у нас копятся гемы, скорее всего, за эти гемы что-то можно делать. Так, ладно. Сейчас попробуем поискать, не знаю, сможем найти или нет. Давайте сам немножко покликаем и попробуем, допустим, два реверса сделать. Ну, почему-то не получается, как видите. Очень странно. Также здесь можно выбрать очень много реберстов. 80 реберстов. Ну, давайте попробуем включить эту функцию на 80 реберстов. Не знаю, получится у нас сделать или нет. Скорее всего, не получится. Нужно, я думаю, прокачать сначала максимум, сколько мы можем делать реберстов. И только после этого у нас получится что-то. Так, здесь тоже у нас получается острова. И все. Прокачки скиллов я почему-то не вижу. Может быть, это через панельку делается? Давайте посмотрим. Так, здесь у нас получается все за робуксы. Окей. Так, это получается звание. Так, здесь получается у нас профиль написан. Ну, статистика получается. А далее, тут, как я понимаю, есть квесты. Отлично. Телепорты. И все. Трейд нам не нужен, это 100%. Ну и в принципе все. Ну ладно, в принципе, я думаю, вы сами знаете или найдете, как сделать больше реберстов, чтобы у вас было здесь доступно. А также давайте попробуем включить авто. Как видите, авто почему-то не работает. То есть лучше это делать через сам чит. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.